Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Попилкин. Сейчас я хочу вам показать, как я вывожу деньги из проекта Просто Гейм. Итак, давайте зайдем в сам проект. Обновим вкладочку. То есть вот моя страничка. И теперь перейдем в раздел кошелек. Так, у меня здесь накопилось $211. И сейчас я закажу вывести $210. Все, набираем 210 и нажимаем кнопочку «Заказать». Так, сейчас надо будет ввести код, который пришел мне в Telegram, и деньги мне отправятся. Итак, я ввел код из Telegram-бота и нажимаем кнопочку «Ок». Все пишет успешно. И обновляем баланс. Все, деньги у нас ушли на вывод. Теперь нужно будет подождать где-то примерно, может быть, часов 5-6. И деньги должны будут зачислены на мой Яндекс кошелек. Это я вам покажу чуть позже. А так я делал вывод и вчера. То есть можно зайти в историю и посмотреть статистику. Так. Да, вот я нашел вчера. Вот я заказывал вывод средств из кошелька. Вот $100. Вчера в 10 часов. То есть буквально... Где-то, наверное, через 5-6 часов мне деньги вывели. Но это я вам покажу немножко позже, когда получу уже новый перевод. Сегодня я получил выплату на свой Яндекс кошелек. Вот как раз в системе отобразилось это. То, что $210 мне вывели. И теперь давайте зайдем в мой Яндекс кошелек и посмотрим, то есть как эти деньги зачислились на мой счет. То есть вот обновляем мой кошелек. И переходим в пополнение. Вот, и вот сегодня пришло в 11.13 12735 рублей, то есть за $210. И также вот 4 числа я делал вывод, вот здесь был приход $6135. И в итоге где-то $300 пришло на мой счет. И теперь давайте зайдем в общую статистику по начислению проекта. Посмотрим, то есть какой тут был доход у меня. Так, раздел «Арена». И зайдем в раздел «Статистика». То есть всего было заработано $677.50. Вот такие результаты я получил от проекта. Буквально со второго, ну, за 4 дня участия. То есть и вот сейчас, если зайти в мой кошелек, то есть здесь уже снова накопилось $123. То есть это вот просто с утра и за вчерашний день вот такие денежки накопились на моем счету. Проект только набирает обороты. Я думаю, стоит заходить в него. И под этим видео для моих партнеров я сделал специальную ссылочку, где вы можете получить готовую систему привлечения вот именно на автомате партнеров в этот проект. То есть там будет готовая вороночка, которая будет вести ваших партнеров в проект Просто Гейм. То есть без вашего участия нужно будет только привлекать трафик на эту воронку. Поэтому жмите на ссылочку под этим видео и начинайте настраивать свою готовую воронку для привлечения партнеров в проект Просто Гейм. На связи был Вячеслав Попилкин. Всем пока-пока.